Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и мы продолжаем смотреть историю развития игры Hello Neighbor. И сегодня мы смотрим на версию Hello Neighbor Alpha 4, которая вышла 4 мая 2017 года. И что это за версия? Во-первых, вот такое вот меню появилось. Во-первых, во-вторых, русский язык. Русский язык впервые появился еще в Alpha 2. В меню, которое активируется на кнопку M английскую. Но здесь прям такое вот, видите, можно. Но здесь уже можно язык менять. Он русский, английский. Также есть настройки управления. Но тут только чувствительность и ось Y. Графику можно настраивать. Ну и давайте начнем новую игру. Да, хочу. И изменился логотип самой игры. Да, здесь уже появились надписи на русских буквах, правда, надписи, это самые буквы, местами поменяли. Такой вот, собственно говоря, тут язык. И до финальной версии, до релизной версии, были русские надписи, исковерканные русские. В релизной версии почему-то на английский поменяли. Не знаю зачем. И мы начинаем прямо здесь. Дом тот же, что и в Alpha 3, но он стал очень сильно изменен. Появилось еще два этажа. Но дом по-прежнему недостроенный, там много комнат недоделаны. И дом главного героя здесь, как вы видите, вот такой вот. Зайти в него нельзя. Но тут есть телефонная трубка, которую взять нельзя. Непонятно почему. Здесь в этой версии вернулась смена времени суток. Их также 4, как и в Альфе, при Альфе и Альфе 1. Это, соответственно, день, ночь, закат, рассвет. Но спать здесь, к сожалению, нельзя. Времена суток меняются, когда нас будет ловить сосед. Также теперь, когда игрок падает с большой высоты, он, можно сказать, умирает. То есть оказывается здесь, и время суток тоже меняется. К сожалению, когда нажимаешь кнопку «Новая игра», язык почему-то меняется назад на английский. Но можно поставить русский. Ночь здесь не такая темная, как в Альфе 3. Ну и, в общем, давайте уже проходить, смотреть. Дом, как видите, недостроенный, потому вот видите, снаружи. Вот это почему-то из внутренних обоев сделано, непонятно почему. Магнита там теперь нет, магнит теперь в другом месте находится. Фары почему-то зажженные всегда, хотя у главного героя нет. И они, да, светят. Баки теперь такие вот стали. И летать на них теперь уже нельзя. Ну, хотя летать на них уже перестала, исчезла возможность еще в третьей альфе. Ну, давайте заглянем, посмотрим. В этой версии уже появились две мини-игры, которые нужно пройти, чтобы получить способности. Чего бы нам начать? Нам надо, во-первых, взять парочку этих маленьких штук. Можно и три. Также прыгаем туда. Можно кинуть
в эту картину предметы, тогда не сработало что-то в этот раз. Ну давайте вот это бросим тогда. Откроется секретный проход. И вот такая вот комната. Вон там появилась платформа, чтобы было легче запрыгнуть. И у нас получилось с первого раза. Магнит теперь находится прямо там. Чтобы достать его, нам надо кинуть что-нибудь туда. И эта хрень поднимется наверх. Мы вместе с ней тоже можем, кстати, туда попасть. Что немного иногда может раздражать. Так, ловим ключ. И магнит нам может еще потом пригодиться. Так, никакой ключ-карты теперь здесь нету. Ключ-карта теперь находится в кое-каком другом месте. Чтобы открыть эту дверь, нам эту решетку нам теперь не надо бегать. Рычаг находится прямо здесь. Также здесь находится золотой ключ, который я вроде бы забыл показать в третьей альфе. Вот в эту дверь теперь не откроешь, но это потом исправили. Кстати, двери стали шире. И появился, кстати, кое-какой еще баг. Для этого надо взять любой стул. Они, кстати, туда проходят. Смотрите. Где стул? Если мы нажмем... Дверь у нас подпирается всегда левой кнопкой мыши, если нажимать стул. Однако почему-то в этой версии, когда ставишь стул, почему-то туда не фиксируется, его можно уронить. Но тем не менее дверь будет закрыта до тех пор, пока мы не поднимем стул. Очень интересный баг, но его потом исправили, слава богу. Можно запирать двери. Но тем не менее сосед выламывать их может. Так что не стоит сильно радоваться. Так, ну золотой ключ открывает эту дверь. Не особо-то он нам и нужен. Соседа мы пока еще с вами не увидели. Так, теперь лом в таком вот положении находится. Он горячий. Без магнита его не уберешь. Не возьмешь. Он со временем остынет, но можно взять магнит и пойти вниз под кран воды и остудить его. В принципе, да, ладно, пока не надо. Потом, со временем. Итак, во-первых, та дверь по-прежнему закрыта еще. Там нет ничего пока. Но в скором времени там появится мини-игра с супермаркетом. Он забагался. Он что-то забагался. Ну и забагался, фиг с ним. Давайте его запрем там. Ну и пусть сидит там, в общем. Не будет мешать нам, короче. Но есть вероятность, что нам понадобится еще туда зайти. Так что это временно только. Так, вот что бы нам дальше надо? Открыть лифт нам нужно. Нам нужно открыть лифт, чтобы можно было подниматься. Ключ-карта находится вот здесь. Теперь этот генератор бесполезен. Он ничего не делает. И зонтик нам нужен. Нам нужен зонтик. Он появился здесь, чтобы медленно падать. Так, нам надо мелкий мусор какой-нибудь. Вот. Рубильник стал теперь нереалистичным. Так, давайте вот это возьмем. Вот. Это и вот это. Сюда падают вещи, которые сквозь текстуры проваливаются. Так, надо
туда кидануть. Вот, не попали. Вторая попытка. Тоже не попали. Ну и третья попытка тоже не попали. Жалко, жалко, жалко. Давайте это попробуем. Ну и вот это тоже возьмем. И вот это. А, нет, у нас яблочко еще есть. Здесь в самом начале ключ красный еще есть, который для одной из мини-игр нам нужен. Этот ключ все-таки переместился потом в дом соседа. В третьем, в бете 3. Да что ж ты будешь делать, а? Да как так-то, блин? Чё за фигня? Почему он не открывается? Давайте, ну ладно, давайте последняя попытка. Если не получится, то будем ружье. То пойдем за ружьем. Ружье тут. О, получилось. Отлично. Так, давайте ее снимем, чтобы сосед не смог ее починить. В этой версии сосед научился чинить камеры. И это... Опа. Это немного может мешать. А, она открыта изначально? Ну ладно. Почему я не могу залезть туда? Не знаю, почему я что-то не могу туда залезть. Да. Так, тут теперь ездят машины. К сожалению, лестница там не очень хорошая пока. Можно с легкостью упасть. Хорошо, проскочили. Полезли туда. Там находится генератор. Генератор от ключ карты. И как бы запрыгнуть туда, я не знаю. Ну и как? Ну и как теперь слезть отсюда? Неудобно с лестницей тут. Почему я тут застрял? Это из-за мусора, наверное, который тут накидал. Чё-то... Не понял. Это что такое? Чё он там открыл? Да почему я залезть-то не могу, алё? Да... Он что-то застрял тут. Опять мусор мешает еще. Весь мусор, что ли, убрать надо? Так, ладно, полезли. Не очень удобно сделана лестница. Сложно немного туда залезать. В этот лифт. Сюда. Так, залезли, отлично. Вырубаем тут генератор. Но тут нет никаких проходов. Надо запустить трамвай, чтобы можно было там проходить. Не знаю, почему туда попасть не можем. Так, ждем, пока разворотится. Кстати, а, не, в этой версии еще пока кнопки рестарт нету. Фу. Вот появилась в будущем кнопка рестарт, которые при нажатии на которую 100% будет день. Кроме того, вагонетка будет ехать, если мы до этого не запускали еще ни разу ее.
Отлично. Давайте откроем сразу. Почему бы нет? Так, а вот что я хотел? Надо попасть на второй этаж и... Блин. Да пошел ты, ты сюда не пройдешь. Хотя нет, он может пройти через ту комнату, которую мы открыли синим ключом. Ну, если у него мозгов, конечно, хватит. Так, нам... Опа. Это так коробка двигается. Да, вот зашибись. Нам надо построить вот тут из коробок лестницу, так называемую, и залезть в ту дверь. Ну, ты давай же. Ну, давай, залезь, пожалуйста. Да, блин. Надо еще одну, наверное, коробку взять. Ну, давайте откроем. А, она закрывается всегда сама, что ли? Жалко, 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 жалко. Так, открываем рычаг и нажимаем кнопку. Поезд поедет и снесет все вот эти дощечки. Ждем, когда поезд приедет сюда, и мы сядем в него сейчас. Можно ехать на нем, можно управлять им. Леньмица, то есть мельница. Холпая Мокнапи. Плохая компания, получается. Садимся. Едем туда. А, это сосед дверь закрыл вот это, что ли? И как мы теперь туда войдем? На кнопку она не открывается, она открывается только изнутри. Так, ладно, пусть она будет здесь. Нам бы надо, наверное, спрыгнуть, потому что я ночью не хочу тут ковыряться. Хотя, подождите. Нам надо... Давайте зайдем в ту комнату, которая открывается ночью только. Это же здесь вроде, да? Хотя, по-моему, нам в этой версии еще не надо туда. Тут зонтик еще один. Давайте поставим его сюда, чтобы дверь не закрылась. Хотя она, скорее всего, и так не закроется. Давайте спрыгнем. Можно... В одной комнате найти, кстати, семечко и посадить его в ту землю. Вырастет и будет расти дерево. Когда дерево достигнет финальной стадии, на нем можно будет сорвать золотое яблоко. Если с этим золотым яблоком подойти к граммофону, который находится где-то тут в траве, вот он, запустится какая-то секретная катсцена. Но дерево растет довольно-таки долго. Так что не в этот раз. Так, вот чем бы нам надо? Во-первых, нам надо зеленый ключ достать. А зеленый ключ у нас находится на одной из станций.
Нет, он горячий еще до сих пор. Ставим. А, ну коробки уже тут стоят, ладно. Давайте туда поднимемся. А, нам нечем стекло разбивать, блин. Можно, в принципе, залезть сюда и там активировать рельсы. Но мы выйти оттуда не сможем. Там дверь закрыта с обратной стороны. Так, эту дверь так просто не откроешь. Надо вышибить ее оттуда. Как-то надо так открыть, чтобы она... Там коробки мешают и... Так, я достану до нее, да? Здесь яблочки находятся. Они никакой функции не дают. Правда, вот из-за них можно, может произойти такой баг, как будто мы сдохнем. Здесь находится шкаф. Правда, он не имеет функцию прятания. Ну-ка, я туда запрыгну. Я уже забыл, как проходить ту альфу, если честно. Надо... Так, надо запрыгнуть на эту трубу. Потом запрыгнуть с нее сюда. И отрубить магнит, который находится в той комнате. А магнит этот золотой ключ удерживает. Так что нам надо... Откатить поезд чуть-чуть подальше. Давай, давай, пожалуйста, залезь туда. Давай, давай. Ну, давайте сюда прыгнем, почему бы нет. Она закрыта, наверное. Ну, да. Там подперто все. Единственный вариант, это сюда зайти. Надо место освободить. Так, пошли туда, надеюсь. Да. Не повезло, не повезло. Жалко, что он был здесь, в той комнате. Тогда, наверное, надо как-то постараться пройти, да ё-моё. Можно, в принципе, вышибить окно сначала там, а потом вернуться и вышибить его здесь. Блин! Все, потерял. Блин, камера. Так, надо прыгнуть туда. И давай, пожалуйста, залезь туда. Отлично, отлично, отлично.
Наверное, я слишком далеко ее откатил. Ладно, попробуем все равно. Так, попробуем. С Богом. Отлично. Так, запрыгнули. Теперь надо запрыгнуть на трамвай и с трамвая вот сюда. Хорошо. Лезем сюда. Так, и магнит перестает крутиться. Магнит перестал крутиться, и мы можем взять зеленый ключ. Если бы сюда вошли с железными предметами, магнит бы притянул бы их, и мы бы не вытащили бы их, пока магнит работает. Блин, вот надо было красный ключ взять с собой. Придется теперь еще и назад туда идти. Ладно, давайте возьмем его и попробуем. Если мы соседу не попадемся на глаза. Да. Зараза. Надо было бежать назад. Ну ладно, если нас сосед поймает, то вагонетка не поедет. Если... Блин, нифига себе, ты че? Где он? Откуда он вообще вышел? Я не понял. Так, ладно, пошли туда. Еще раз. Красный ключ сейчас взял. Да. Так, ну в этом месте ничего пока нет важного. И прыгаем туда. Так, залезаем на крышу и прыгаем. Нам надо вот сюда. Можно отсюда разглядеть, что тут есть. Ну, во-первых, деревья, которые в воздухе растут. Город. Плоский. Больничка. Не здание, просто белое какое-то непонятное. Завод, который даже дым испускает. Церковь и многое другое. Открываем дверь, заходим сюда. И здесь у нас мини-игра. Очень много людей и ютуберов жаловались на то, что это самая бесячая мини-игра в этой игре. Но я считаю, что самая бесячая для меня это школа. Школу, мне кажется, проходить сложнее, чем вот это. Ну-ка. По крайней мере для меня. Так, надо, наверное, еще оттолкнуть ее туда. А теперь эту убрать.
Если научиться проходить это испытание, то будет легко, то будет несложно. Так, надо так прыгнуть, чтобы мы попали к этому рычагу. Ну, не совсем. Эта мини-игра есть в Альфе 3, но она есть только в файлах Альфы 3. Так в игре она ее самой не было. Там была также и школа, но сильно недоделанная. И мы попадаем сюда. Берем дротики, они нам нужны будут. Все четыре берем. Запускаем один из самолетиков, желательно тот, который посередине, и летим туда. Там то чудище за окном. Так, с помощью дротиков строим себе лестницу. В принципе, последний дротик нам не нужен. Ну-ка. Куда поставить? Она пусть будет так. И нужно прыгнуть он туда. Вообще легко. Легкотень. Вот так вот мы легко с вами прошли эту мини-игру. И давайте пойдем. Опа. Это поезд поехал. Идем к следующей. Почему я падаю так быстро? Зачем я беру коробку, если у меня ружье есть? Вот это вот самая бесячая, как по мне, мини-игра. Его с первого раза я точно не пройду. Так, выходить пока не стоит. Это и в Альфе 4 эта мини-игра, кстати, сложнее, чем в финальной. Потому что тут манекен с нереальной скоростью двигается белый. Там помедленнее чуть-чуть. О, пусть туда уходят. В следующий раз выйдем, побежим туда. Да, не получилось. Не думал я, что он сразу туда пойдет. О, забыл. Забыл, точно. Надо подождать, когда они все свалят отсюда. Да, это реально бесит. Она угорает, что ли, надо мной вообще? Как бы выбраться отсюда, а?
Особенно везет, когда этот манекен белый где-то забажется и застрянет. А так это довольно-таки сложно сделать. Со всех ног надо валить. Но белый манекен двигается намного быстрее, чем мы. Так что... если просто убегать от него, он нас 100% догонит. Так, ну была не была. Нет, нас сейчас опять поймают. Как бы это пройти, а? Сложно, сложно. В принципе... можно без этой мини-игры обойтись в Альфе 4. Можно, можно. Но будет подвал пройти будет все равно сложнее. А в финальной версии это будет просто невозможно. Без этой мини-игры невозможно будет пройти подвал. Ладно, в этот раз повезло. Ух, времени-то полмного, наверное, прошло. Так, ну эти звуки означают, что манекен белый близко очень. Ох, да, вот эту мини-игру вообще ненавижу. Да хватит тут стоять, я в шкафу. Да, ненавижу мини-игру эту вообще просто. Давайте в следующий раз попробуем выбежать. Нет, давайте еще раз подождем. Было бы неплохо. Так, ну через... когда красные... красные двигаются хоть и медленнее, чем белый манекен, но их очень много. Они на 100% поймают. Попробуем убежать. Правда, я не уверен, что до шкафа смогу добежать. Да, красный поймал нас. Надо было, слишком поздно вышли. Да, ненавижу эту мини-игру вообще. Просто вообще. Давайте попробуем прорваться, но нас 100% поймают. Давайте еще раз попробуем, и нас снова поймают. Ой, как бы выбраться отсюда? Я, наверное, обрежу это немного. Так, давайте попробуем
да, да, да. Вот сейчас самое время застревать. Быстрее, 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 быстрее. Давай. Есть! А, ну нас тут не поймают, ничего страшного. Тут уже нет никого, нас никто тут не поймает. Ну все, мы прошли это дело. Так, ну и все, все мини-игры пройдены, способности все у нас есть. Волноваться больше не зачем. Давай, запрыгивай ты туда, дурень. Какую сосед дверь выламывает? Хотелось бы знать. Возьмем магнит. Хотя, может, лом остыл уже. А, он остыл. Нам магнит уже не нужен. Ладно, первый раз не повезло. А, нет, подождите. Ладно, дверь открыта. Только почему-то горит красный огонек, несмотря на то, что мы ключ-карту уже использовали. Надеюсь, дверь откроется. Блин, все равно попались на камеру. Сломать бы ее, а? Да ты смеешься? Можно попробовать через стекло попасть в камеру, поскольку он разбил его. Кстати, появились также новые звуки соседа и новые анимации соседа тоже. Так, ладно. Раз уж он туда пошел, то мы сейчас просто туда пройдем без проблем. Так, вот подвал. Подвал очень-очень странный. Без двойного прыжка эту местность мы не пройдем. Можно также назад вернуться. В финальной версии игры все-таки подвал изменили, сделали его нормальным. Выход там, выход там. Тут мы также и можем и соседа встретить. Пошел нафиг. И на этом альфа 4 заканчивается. Есть еще много секретиков интересных в этой версии. Но их мы разглядывать особо-то не будем. Ну что ж, такая вот версия. Следующая версия — это бета первая. Потом еще будет бета вторая и третья. Скорее всего, первая и вторая бета будет в одном выпуске. Потому что они почти ничем друг от друга не отличаются.
Ну и давайте на сегодня, короче, на сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.